Вообще такие кражи, когда преступники даже не пытаются вскрывать терминалы оплаты и банкоматы, а просто выдирают их с корнем и уносят, стали настоящей головной болью для банкиров и владельцев платежных систем. Если в первом случае есть шанс, что на место успеет приехать группа быстрого реагирования и задержит грабителей, то во втором следователям обычно остается только изучать видео с камер наблюдения. За последние два года число таких грабежей выросло сразу в полтора раза, и в научно-исследовательском институте МВД вынуждены были разработать новую систему защиты, которую назвали «туман безопасности». Как только преступники начинают двигать банкомат или терминал оплаты, помещение заполняется плотной дымкой. Когда группа задержания только едет, да, по сигналу тревога, те люди продолжают его взламывать, поэтому их надо чем-то занять. Да? Самое лучшее, как показывает мировой опыт, это их выгнать оттуда, отпугнуть. В качестве дополнительной меры воздействия световая и звуковая сирена, которая точно привлечет внимание. Уже весной эти системы начнут устанавливать на первых банкоматах.